450 километров пути и 11 городов. Столетний юбилей Ивано-Вознесенской губернии Паралимпийский региональный комитет решил отметить автопробегом «Красный Манчестер». В акции приняли участие более десятка экипажей, в составе которых представители общественных организаций инвалидов и автолюбители с повреждением опорно-двигательного аппарата. У нас есть основные экипажи, это 4 машины, которые пройдут всю дистанцию от Иваново через другие города и снова вернутся в Иваново. И временные экипажи, которые нас будут встречать в муниципалитетах и будут проезжать дистанцию по своему муниципалитету. Преодолеть весь маршрут участники автопробега планируют за 12 часов. Их путь проложен через Фурманов, Приволжск, Вичугу, Кинешму, Юрьевец, Пучеж, Палех, Шую, Кохму. Цель акции – привлечь особенных людей к автотуризму. Люди как-то вот ограничены рамками квартиры, двора. Но если есть машина, это вот, понимаете, это свобода. Для инвалида это свобода. Свобода и выбора, и передвижения. Поэтому не нужно никого просить. Сел, поехал, куда захотел. Поэтому, ну, к сожалению, у нас не так много людей, которые даже есть машина, но боятся далеко отъехать. В Ивановской области подобный автопробег для людей с ограниченными возможностями первый. Это новый, но интересный опыт, признаются участники акции. Провести что-то подобное мечтали уже давно. Юбилей губернии стал отличным поводом. Мы сегодня отмечаем праздник, который для нашей маленькой, молодой, юной области, конечно же, первая круглая дата. Казалось бы, небольшая, но с другой стороны, если мы вспомним, сколько было всего сделано, сколько наши с вами земляки внесли вклада в победу, в том числе в Великой Отечественной войне, в становление экономики, мы тогда с вами поймем, что наш регион, несмотря на свою молодость, уже состоялся как регион, который смог заявить о себе. Перед стартом участники автопробега возложили цветы к памятнику Фрунзе и с ветерком отправились в тур по Ивановской области. Пробег «Красный Манчестер» открыл череду праздничных мероприятий, посвященных юбилею Иваново-Вознесенской губернии. Старт акции дали у памятника Михаилу Васильевичу Фрунзе не случайно, ведь именно он ровно 100 лет назад стал первым губернатором нашего региона. А случилось это 20 июня 1918 года. Любовь Почерникова, Анатолий Логинов, РТВ Иваново.